русский характер. Это на самом деле стремление к воле, стремление к какому-то поиску. Стремление к какой-то некой цели за горизонтом. Когда человек не может сидеть на месте, ему нужно что-то новое. Сказка. Записанное устное донесение. Все мы, наверное, знаем такие имена, как Христофор Колумб, Магеллан, Васко де Гама. То есть люди, которые открыли земной шар, которые совершили эпоху географических открытий. И очень часто россияне не знают, что был открыт огромный континент Евразии нашими соотечественниками, нашими предками, русскими землепроходцами. Они совершили точно такой же подвиг – открытие суровых, неосвоенных земель, и присоединили огромные территории к нашему государству. В 17 веке основное сокровище Сибири, Дальнего Востока – это соболь, это пушнина. Это, во-первых, роскошные шубы, богатые одежды, а также это приток валюты. Соболь ценился по всей Европе, потому что там уже его давным-давно не было. Его с удовольствием брали иностранные купцы, платили за него серебром. И, собственно говоря, вот это серебро, оно и было то, ради чего устраивались гонки за соболем. То есть другим способом Россия получить серебра не могла. Соболь добывался как самими русскими землепроходцами, так и собирался с местного населения в качестве налога – ясака. Истощение соболя в сибирской тайге вынуждало русских идти все дальше и дальше на восток. В своем продвижении русские землепроходцы узнали о неведомой большой реке. Ее называли Амуром, Шунгалом, Чурколом. Казак Иван Москвитин попытался добраться до нее, но вместо этого в 1639 году вышел к Тихому океану. Там, от захваченного тунгуса, он узнал подробнее об этой многоликой реке. «А вверх Амуром рекою гора, а в ней руда серебряная. А от той горы вверх сидят многие люди деревнями, а в деревнях дворов по 50 и по 100 и по 150, а пашут пашню. И лошадей, и всякой животины, и мелкой много, и вина». Для России, у которой не было собственных серебряных рудников и не хватало хлеба для обеспечения сибирских острогов, эти сведения были очень важны. С берегов Лены русские землепроходцы проникли на Амур. И первым был письменный глава Василий Поярков. Он принес важные сведения об Амуре, о его богатствах, о народах его населяющих. Но чтобы получить эти сведения, ему пришлось пройти через очень суровые испытания. В 1643 году по решению якутского воеводы Петра Головина была организована экспедиция на Амур. Путь был неизвестен и оказался труден. Порожистые реки задержали продвижение отряда. «Как по ней шли, и судном на пороге подымались, и на пороге казенное судно заметало, и на том замете с того казенного дощеника с кормы сорвало государев свинец, что с ним послан был, 8 пуд 16 гривенок. И тот свинец в том пороге в глубоком месте потонул, и сыскать его не могли». Он продолжил движение вперед и этим поставил отряд на грань голодной смерти. Казалось бы, тут вокруг тайга, охоться, пожалуйста. Естественно, зверя распугали. Естественно, было время, когда невозможно было ловить рыбу. Ничего этого Поярков он не мог получить до момента, пока он не вступит в контакт с местным населением. Казаки Василия Пояркова перевалили Становой хребет и спустились в долину реки Зея, притока Амура, где поставили зимовье. Здесь им удалось собрать ясак с местных даур. К сожалению, события, которые сопровождали поход Пояркова, были такие неоднозначные, скажем так, трагические, которые положили драматический отпечаток на дальнейшую историю освоения Приамурья. Когда казаки шли по просторам, обычно они питание добывали у местных жителей, то есть местного населения, тем более, что на Амуре уже выращивали, были достаточно развитые общества. Дауры, дючеры, они сами выращивали хлеб, и они у них брали, значит, пропитание. И также Василий Поярков таким образом действовал. И удавалось с ними наладить контакт, но, к сожалению, он отправил один из отрядов на поиск пропитания.
Поярков не сам поехал на встречу с даурскими князьями и попросил, чтобы они там, значит, добыли продовольствие. А дауры, в общем-то, как они выставили ему 50 кузовов зерна, и посланные им казаки, они посмотрели, что им показалось, что городок-то, в общем, слабо укреплен, и они попытались его нахрапом взять. Даура оказались люди неробкие, они казаков выгнали, сильно там многих переранили. И тех князцов их улусные люди, собрав себе известно, напустили и за строжку, и из подлазов. Многие люди на вылазку выходили, и с поля многие конные люди напускали. И бой с ними великой учинили. И на бою служилых людей 10 человек испереранили больно. Это было вооруженное столкновение, которое ознаменовало, в общем, крах зарождающихся первых таких вот контактов между русскими и даурами. А Поярков, вместо того, чтобы каким-то образом сгладить, он взял линию на конфронтацию. И в результате чего получилось, что он сам был осажден, и дошло до того, что действительно все, что у него было, кончилось. Еды не было, а зима долгая, холодная. И они пошли на такой шаг, они стали питаться мясом тех своих погибших товарищей, также местных жителей, которые там погибли во время военных стычек. И после этого о русских пошла недобрая слава. И пловучи по зии реке, того Василья с достолными служилыми людьми тамошние иноземцы к берегу не припущали, а называли их «погаными людоеды». Власть не ориентировала людей, которые приходили на Амур, на жестокость, на уничтожение местного населения. Но так происходило. Человек все-таки слаб, с одной стороны. Пережив трагическую зимовку, Василий Поярков спустился по Зее и вышел на Амур, став первым русским землепроходцем, увидевшим эту великую реку. Он прошел по Амуру до Охотского моря и вернулся в Якутск по пути, разведанному Иваном Москвитиным. Он составил очень важное донесение. Он написал в Москву о том, как он оказался на Амуре. Тех пашенных, хлебных, сидячих людей под его государеву царскую высокую руку привесть можно и в вечном холопстве укрепить, и ясак с них сбирать. И в том ему, государю, будет многая прибыль, потому что те землицы людны и хлебны и соболны, и всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны, и его государевым ратным людям в той землице хлебной скудости ни в чем не будет. Хотя Поярков выяснил, что серебряных рудников на Амуре нет, богатство открытых земель не могло не привлечь русских землепроходцев. Следующая важная страница русского освоения Приамурья связана с именем Ерофея Павловича Хабарова. Уроженец Вологодчины, Ерофей Хабаров – яркая, неоднозначная личность. Ерофей Павлович – это крайне противоречивая фигура, такой своеобразный кулак. Это человек, который фактически с юных лет ушел из дома. Он долго был сборщиком ясака на Таймыре. Потом он перебрался в Забайкалье. Он вечно искал своей прибыли. И когда вот он прибыл в Якутск, город бесхлебный, развил бурную деятельность, запахал несколько десятин земли. По тем временам это было очень большие запашки. В это время в Якутск прибыл новый воевода Дмитрий Францбеков, к которому обратился Ерофей Хабаров. После неудачи Пояркова власти опасались тратить деньги на новые походы, и Хабаров предложил Францбекову организовать экспедицию за свой счет. Тот согласился и даже предоставил Хабарову ссуду. И он заключил с ним сделку, что он дает Хабарову оружие, дает припасы, помогает ему собрать отряд, и, соответственно, Хабаров за это с ним делится частью захваченной добычи.
И кроме того, Хабаров получил официальный статус. Ему дали звание приказного человека. То есть он был не просто некий промышленник, не просто авантюрист и охотник за удачей, а он получил статус официального лица, облаченного государственной властью. И в отличие от Поярского, который спускался по Зее, он шел с Лены через Тугирский Волок, через притоки Лена там Алёкма, в верховье на Шилку, в верховье Амура, и потом уже спустился в Амур. В даурских городках Хабаров обнаружил большие запасы зерна, необходимые для прокорма отряда. Амурские леса оказались полны соболя, что сулило большие прибыли. Хабарову удалось собрать исак с местных племен. Но затем казаки вступили в конфликт с даурским князем Албазой. Прогнав Албазу, они захватили его городок, в котором остановились на зимовку 1650 года. От него и ведет свою историю Албазинский острог, названный по имени даурского князя. Албазинский острог исследовался археологически с 70-х годов различными исследователями. Мы сразу перед собой поставили широкий круг задач и не ограничивается только изучением острога, но изучением вообще территории Албазинской земли. В ходе разведок в 2011 году мы обнаружили многослойное поселение, которое мы потом исследовали несколько лет. Кроме того, совместно с учеными из Амурского государственного университета мы обнаружили Ангайский могильник, его исследуем уже несколько лет. Это погребение населения, которое было здесь до прихода русских. Как мы предполагаем, возможно, те самые дауры, которые здесь жили, когда сюда пришел Хабаров и пришли русские. Хабаров показал свой суровый, жестокий нрав. Собирая исак, приводя к подчинению местные племена, он использовал язык силы и устрашения. Непокорных убивал, забирая их детей и женщин в полон. Он не стеснялся там в методах. Он, значит, как он говорил, его рубил в пень инородцев. В какой-то степени он даже противопоставил, значит, себя государству и тем самым, значит, настроил инородцев не на сотрудничество и возможное вхождение в состав русского государства, а именно наоборот, люди отшатнулись, когда увидели то страшное лицо, которое он представил. В начале июня 1651 года Хабаров взял штурмом городок князя Гойгудара, отказавшегося платить ясак. «Даем, Дима, ясак багдойскому царю Шамшакану. А вам, десе кой ясак у нас? Как, Димы, бросим последним своим рабенкам детятям, то, Димы, вам с себя ясак дадим». Он заявил, что подчиняется только маньчжурам. Хабаров взял городок штурмом, жестоко расправившись с защитниками. «И Божиею милостью, и государским счастьем тех дауров в пень порубили всех с головы на голову, и всех их побито дауров, которые на съезд, и которые на приступе, и на съемном бою, больших и малых 661 человек. А наших казаков убили они дауры 4 человек, да наших же казаков переранили они дауры, тут у городка 45 человек. И те все от тех ран казаки оздоровели». Под Гойгударовым городком Хабаров впервые встретился с маньчжурами-багдоями, приехавшими для торговли и сбора дани. За боем они наблюдали со стороны. После Хабарову удалось вступить с ними в общение. «И я с Ерофейка тому багдойскому мужику честь воздал и подарки государевы давал. И отпустил его, багдойского мужика, честно, в свою багдойскую землю». Сразу давайте разграничим маньчжуров и китайцев. Две совершенно разные нации. Маньчжурский язык относится к тунгусо-маньчжурской группе языков, алтайской, значит, группы. А, собственно говоря, китайский – это сино-тибетская языковая семья. У каждого была своя древняя территория, обособленная друг от друга. Но вот в 17 веке происходит завоевание маньчжурами Китая. Ведь маньчжуры, в принципе, очень небольшой народ. Это народ, который жил в тайге. Это народ, который занимался охотой, занимался рыболовством, занимался земледелием, занимался горнорудными разработками, было прекрасно поставлено ремесло. Альтернатива у амурских княжеств была только одна. Да, это, соответственно, либо поддаться маньчжурам, либо поддаться русским. С кем быстрее наладятся отношения, да, тот и обеспечит защиту этого региона. Осенью 1651 года Хабаров пришел на Нижний Амур, в землю племени Ачан, где поставил Ачанский острог. 8 октября на острог напало войско Ачана-Дючер.
атака была отбита. Тогда местные племена обратились к помощи маньчжур. Маньчжуры уже решили пойти на конфликт. Они привезли войско и напали на Хабарова. Марта в 24-й день, на утренней заре, сверх Амура реки славная ударила сила из прикрыта на город Ачанский. На нас, казаков, сила багдойская, все люди конные и куячные. У того нашего города вырубили они, багдойские люди, три звена стен сверху до земли. Маньчжуры поломили забор, ограду, двинулись этот пролом, а казаки успели вытащить пушку. И выстрелом этой пушки они разогнали первый натиск, а потом уже добили саблями и там, пиками, ружьями всех остальных маньчжур. В результате им удалось разбить маньчжурский отряд, и там потери были очень минимальные на самом деле. Вот проявился героизм, так сказать, хабаровцев. Это была первая стычка, такая серьезная стычка с маньчжурами, которая потом будет в дальнейшем еще много-много, пока не выльется в войну в конце 17 века. На Амуре Хабаров делал то, что хотел. Он имел все, что хотел. И, безусловно, он рассчитывал на то, что эта концессия будет достаточно длительной для того, чтобы он мог не только отбить свои вложения, но и как бы выйти в прибыль. Он прекрасно понимал, на что шел. И человек, который понимал, что, собственно говоря, сабля рождает власть. Для меня это действительно человек вор, преступник по тем временам, я его так воспринимаю. Но при этом он все равно внес свою лепту в освоение Амурской земли. С одной стороны, ядро их составляли государевы люди, казаки, люди служивые, которые были готовы умирать ради исполнения того приказа, который ими был получен, ради исполнения тех обязательств, которые они на себя взяли. Это видно было, например, по тем отношениям, которые сложились между Хабаровым, который был старый откупщик, и не казак, и не служивый человек, и теми казаками, которые выступили против него в главе с Поляковым, которые ушли в итоге на Нижний Амур. Ведь вот этих служивых людей, казаков, в первую очередь возмутило в Хабарове то, как он поступал с местным населением. Там даже не один был Поляков. Там, когда произошел раскол, отряд разделился почти напополам. Сторонники Полякова создали свой собственный острог. Вот, они пытались в нем укрепиться и собирать самостоятельно ИСАК. Хотели как-то упорядочить свои отношения с местным населением, но тут опять же Хабаров проявил себя как властный человек, который не потерпит никакого соперничества, он взял этот острог штурмом. Бунтовщики предпочли сдаться, не доводить до конца, и после этого Хабаров приказал запороть нескольких наиболее активных сторонников мятежа, запороть батагами насмерть, остальных связал и держал на своих кораблях. То есть внутри русского отряда были очень серьезные противоречия, потому что люди все-таки были разные. Но следует также помнить, да, что при определенной жестокости, которую он проявлял, это был 17 век, это были времена далекие от каких-то гуманистических идей. Жестокость тогда была нормой жизни. В Москве, узнав о том, что вот предприимчивый Ерофей Павлович Хабаров добыл под русскую руку землицы, новый, хороший, плодородный, конечно, обрадовались, отправили к нему дворянина, чтобы его наградить, чтобы там от имени царя сказать ему хорошие слова. В 1652 году на Амур был отправлен стольник Дмитрий Зиновьев с отрядом служилых людей в 300 человек. С собой Зиновьев вез награды для покорителей Амура. 25 августа 1653 года Зиновьев встретился с отрядом Хабарова у устья Зеи. Состоялся торжественный смотр. Зиновьев сказал казакам государева милостливое слово, раздал награды. На этом торжества закончились. Через несколько дней Стенька Поляков с товарищами подал Зиновьеву челобитную с описанием злоупотреблений Хабарова. Решение стольника было скорым. Он арестовал Хабарова, конфисковал его имущество и 15 сентября двинулся обратно в Москву. Там его судили. Решение было прямо такое сделано. Его поверстали в дети боярские, это достаточно знатная должность, и отпустили, отправили его в Восточную Сибирь. Но при этом сказали, что на Амур не-не-не, то есть не шагу. После ареста Хабарова отряд возглавил Ануфрий Степанов-Кузнец. Под его руководством на правом притоке реки Амур, Камары, был поставлен в ноябре 1654 года Кумарский острог. В марте 1655 года
он успешно оборонял крепость против новой атаки маньчжурских войск, отбив и разгромив противника. Понимая, что не могут справиться с русскими, маньчжуры, чтобы лишить их экономической базы, стали переселять амурские племена в Китай. Отряд Ануфрия Степанова-Кузнеца численностью в 500 человек несколько лет действовал на Амуре. Удаленность от русских острогов, враждебность амурских аборигенов, отсутствие продовольствия ослабляли отряд. В июне 1658 года маньчжуры подстерегли отряд Степанова у устья амурского притока Сунгари. На 47 больших судах-бусах они преградили путь плывшим казакам и разгромили их. Половине отряда удалось спастись. Около 270 человек отдельными группами вышли к русским острогам, неся на себе казну и ясак. Сам Степанов пропал без вести. На берегах Лены произошли события, связанные с Никифором Черниговским. Уроженец Литвы во время войны за Смоленском попал в русский плен. Потом отказался возвращаться на родину, поступил на русскую службу, женился. Бежал, был схвачен и отправлен в Сибирь, где уже служил верой и правдой русскому царю, вырастил троих сыновей и дослужился до казачьего пятидесятника. А потом прошли неожиданно драматические события. Он вдруг убивает воеводу Лаврентия Обухова. Убивает не один, а с группой единомышленников. И они убегают, уходят на Амур. На Лене жил некий поп. И его этот Обухов арестовал и сослал в другое место. А у него была жена. И эту жену, он, воспользовавшись этим, или наоборот специально организовав все это, он, так сказать, овладел ею. Жена этого попа была дочерью Никифора Черниговского. Ну вот это то самое место, где произошло убийство Обухова Лаврентия. Дождавшись своего времени к вечеру, воевода после ярмарки, которая произошла в Никольском погосте, возвращался довольный, скупив у промышленников товар, ну и многое что другое, как бы бесчинство проявив свои. Он подплывал к этому острову. С одной стороны, с острова и с берега сразу с лодок начали атаку. Сам воевода выпрыгнул и побежал к берегу, где был убит. После чего заговорщики, прихватив все добро, подняли знамя. Они возвращались в Никольский погост. Разграбили приказную избу, набрали имущество различное, пограбили многих купцов. Казаки, единомышленники Никифора Черниговского, их было около 80 человек, они решили пойти на Амур. При этом они забрали у воеводы знамя, они забрали у воеводы все книги, в которых были описаны долги, долговые книги, и их уничтожили. С одной стороны, они расправляются с царским чиновником, а с другой стороны, они уходят в бегство, но при этом они это уходят под лозунгом службы, значит, государству, подняв царское знамя. Еще очень важный момент. Вместе с ними ушел на Амур иеромонах Гермоген. Большой отряд. Без священника тяжело, потому что там не отпеть, не покрестить. Гермоген, взяв с собой 5 человек, по существу иконы, слово плоти, бысть, она в то время не называлась Албазинской иконой, это после она стала называться, спасся и Николы Годника с Черниговским отправился до Чичуйска, где они в оправдание написали грамоту царю. Челобитно они написали жалобу о том, что Лаврентий Обухов очень активно их притеснял,
вел себя неподобающим царскому чиновнику образом. Они поднялись по притокам Лены через Тугирский Волок, они пришли, спустились в Амур и дошли до места, где останавливался в свое время Хабаров. Они остановились и срубили острог. Какая красота! А там что-то деревянное внутри? А, я думаю, это крышка. А, да? Конечно. Ничего себе. Видишь, крышка, на ней прорезаны вот такие вот отверстия, раз-два. В них тесемочка проходила. Там, чтобы фиксироваться. Как ручка. Вот. Причем маленький такой. Там ничего внутри нет? Нет, внутри уже нет, потому что все вычистили. Нет, может и быть. Нет. А вот еще дно тоже, да? И там вот даже узор какой-то, да? Какая прелесть. Слушай, это же крест. Ой, может... Это вот кисточка. А, научное интересно. Открытие. Крест. То есть, видимо, это сосуд, который использовался как, не знаю, там, слизница как-то в процессе фторизни при похоронах. Черниговский сразу же попытался наладить отношения с администрацией. Вот с Нерчинскому ему удалось, но Москва не спешила признавать Албазинский острог. С одной стороны, Москве было очень выгодно, что здесь находится острог, потому что он прикрывал Нерчинск, находящийся выше по Амуру. А с другой стороны, конечно же, по преступлению, поэтому не входили в контакт с Албазиным. Там, кстати, лодки, очевидно, китайцы рыбу ловят. Здесь очень красивое место, такая вот излучина Амура. Видно дальний высокий берег, видно еще дальше сопки. С этого места очень хорошо видно, там, если кто-то плывет. Очень удобная территория. Дальше, где довольно относительно высокий берег над Амуром, и он, с одной стороны, не затапливаемый, с другой стороны, в случае нападения, он позволяет защищаться. Потому что дальше уже вниз по Амуру идет пойма низкая, большие заливные луга. И поэтому, наверное, именно здесь построили Албазинский острог. И вот здесь вот, на высоком берегу, был поставлен Албазинский острог. Безусловно, это было первое русское поселение, причем оно создавалось на добровольных началах, вот, хотя Никифор Черниговский через некоторое время уже начал собирать ясак с окрестных народов, то есть он считал себя представителем государства, несмотря на то, что был под страхом смертной казни. Вот. И к нему же шли люди, из Сибири к нему много шло людей, которые просто не уживались или с местными воеводами, вот, или которые хотели добыть себе чести и славы, да, в других местах. Десятилетия Черниговский пытался достучаться до Москвы. Все это время Албазин расширялся. Слава об Албазине шла уже по всей Сибири. Все знают, что здесь плодородные земли, богатая природа, тепло по сравнению с Якутией. Выращивание пшеницы в данном регионе давало возможность стабильно и основательно здесь укрепиться. Опять же, когда он объясачил место населения, стал отправлять пушнину, и также тогда были доносили, что вот в Албазино съедет хлеб, и хлеба достаточно, чтобы прокормить все другие сибирские остроги. Албазин стал не только экономическим и политическим центром освоения Приамурья, но и духовным. В 1671 году иеромонах Гермоген основал рядом со острогом Спасскую пустынь, первый православный монастырь на Амуре. В челобитной 1672 года албазинцы обрисовали перспективы освоения Приамурья. А по Амуру реке, с устья Аргонь реки, вниз до Албазинского острогу по лугам пашенным хлебородных мест много. Можно поселить 300 семей в твою великого государя десятинную пашню. И от той бы пашни мощно служил им людям Нерчинских острогов и нового Албазинского острогу без енисейской хлебной присылки сытым быть. И Албазино – это, наверное, знаковое явление на Дальнем Востоке. Это поселение, которое продержалось само, да, в основном не за счет государственной поддержки, а за счет вот именно инициативы людей, за счет того, что они сумели организовать свою жизнь, предоставили государству, да, уже готовую часть территории. И экономика там развивалась, и развивалась промышленность, то есть уже закреплялась именно русская цивилизация. И вот если у Никифора Черниговского на службе, да, он мог выставить 300 человек, то тоже Нерчинский воевода с трудом мог сотню
набрать. То есть, по сути дела, Албазин стал уже центром русской цивилизации на Дальнем Востоке. Земля суровая. Тут очень холодные зимы, резкие перепады температур. И чтобы здесь выжить, чтобы здесь продолжать жить, надо быть очень сильным человеком. И в любом отношении, и в физическом. Уже в 1675 году было принято царем Алексеем Михайловичем Соломоново решение по решению албазинской проблемы. То есть был рассмотрен этот вопрос Черниговского. Поскольку он убийца и негодяй, его приговорили к смертной казни. Его верных товарищей тоже приговорили к смертной казни. Остальным было решено отрубить руку. А на следующий день был день Алексея Божьего Человека. Он объявляет прощение Никифору Черниговскому за все, что он сделал, и его назначают приказчиком Албазинского острога. Пожаловал их Микифорка Черниговского с товарищи. Что они пришед в Дауры, вины свои принесли. И на Албазинском городище острог поставили. И ясачных людей призвали, и аманатов поймали, и пашню завели. Казнить и наказание им чинить не велел, а быть им Микифорку с товарищи в Албазинском. В 1682 году Албазин окончательно получил государственный статус. Он стал центром уезда. У него появился собственный герб, на котором был изображен орел с распростертыми крыльями, луком в левой и стрелой в правой лапе. Как известно, Албазинский острог вошел в Нерчинское воеводство. Отправлен был в Албазинский острог воеводой Алексей Леонтьевич Толбузин с писцами и с приказными людьми. И, значит, как и в других сибирских городах, была создана печать для документов. По окружности надпись «Печать великих государей, сибирские земли Албазинского острога». Албазинцы были очень активные, предприимчивые люди. И распространили свою деятельность на довольно широкие просторы Приамурья, ходили на Зею, на Бурею. Активность албазинцев не могла не вызвать раздражение и недовольство маньчжурской страны, Цинской империи. Вступивший на престол цинский император Канси приказал разработать операцию похода против Албазина. Походу предшествовала долгая подготовка. На всем пути на Верхний Амур строились крепости с гарнизонами и складами. Постепенно продвигаясь к Албазину, маньчжуры уничтожали русские поселения в Приамурье. В 1682 году был уничтожен Далонский острог на Зее. В 1683 году Селимбинский острог на Селимдже. В 1684 году Верхозейский острог. В устье Зеи на Амуре была построена крепость Айгу, будущая база для походов на Албазин. Албазинцы слали тревожные вести, предупреждая царские власти о маньчжурском продвижении. Для защиты амурских рубежей в Енисейске был сформирован отряд служилых людей. Возглавляемый Афанасием Бейтоном, немцем на русской службе, отряд выступил на Амур осенью 1684 года. Но подойти на выручку Албазину не успел. Маньчжурские войска появились здесь летом в июне 1685 года. Пешие воины, по разным сведениям, от 5 до 10 тысяч, приплыли по реке на кораблях. Конница, более 1000 всадников, пришла с суши. На вооружении у них было более 100 полковых пушек и около 50 проломных, крупнокалиберных, предназначенных для разрушения укреплений. Это вот, например, характерный образец маньчжурской сабли 17 века, как раз примерно то, что вот могло использоваться маньчжурами в боях с русскими. Да? Эта сабля называется люэда, а сабля – ивовый лист. Очень мощные у них были луки, которые позволяли стрелять очень тяжелыми стрелами. Вот при раскопах Албазина были найдены многочисленные остатки стрел, которые называются мэйджэнь – сливовая игла. Уже с 1619 года они начали ценить вот именно наличие огнестрельного оружия в своих войсках. В первые ряды они всегда выставляли воинов, вооруженных древковым оружием, если это были пешие. Сзади находились пешие стрелки. И все это обеспечивалось с флангов и во второй линии конницей. Традиционно маньчжуры предложили албазинцам сдаться. Получив отказ, они приготовились к штурму. Маньчжурами были сожжены окрестные деревни, погиб Испасский монастырь. И иеромонаху Гермогену с монахами удалось спрятаться за стенами крепости и спасти
албазинскую икону Божьей Матери слово «плоть бысть». Маньчжурам противостояли 350 человек служилых людей и крестьян, которые успели уйти за стены крепости. Но не всем удалось спастись. Об их судьбе мы знаем из биографии полководца Лантаня, руководившего маньчжурскими войсками. В Вашингтоне в библиотеке Конгресса хранится китайская гравюра, изображающая осаду Албазина, на которой цинский художник отразил этот эпизод. Утром появились идущие вниз к Албазину плоты, на которых было более 40 человек русских. Лантань послал к ним дзяла Джангиня Ялантая, который предложил русским сдаться в плен. Те не согласились и, схватив оружие, вступили с ними в бой. Маньчжуры вскочили на плоты русских. Более 30 человек русских зарубили, а на захваченных плотах привезли к Лантаню 15 человек их жен и детей. 29 июня маньчжуры начали бомбардировку крепости из пушек. Деревянные укрепления Албазинского острога, предназначенные для действий против местных племен, оказались бесполезными против артиллерийского огня. Ситуация усугубилась нехваткой свинца и пороха в остроге. Русские были готовы, но не к тому, что против них будет применена артиллерия. Фактически маньчжуры, они расстреляли этот острог, разбили башни, стены, с помощью зажигательных стрел сожгли большинство внутренних построек. Фактически шансов на положительный исход боя для русских, которые защищали этот острог, шансов у них не было. Понимая невозможность держать оборону, воевода Алексей Толбузин пошел на переговоры. Удалось договориться об условиях почетной сдачи, по которой албазинцы оставляют крепость, забрав вооружение. Но, как докладывал Толбузин, маньчжуры нарушили договоренности, отобрали пушки, а также всех жителей нерусского происхождения, жен и детей албазинцев. Возможно, это стало причиной того, что часть албазинского гарнизона, около 40 человек, перешло на сторону Цинской империи. Потом, впоследствии, из них была сформирована гвардия, личная гвардия императора. Албазинцы оставили острог и пошли вверх по Амуру. По пути они разделились. Часть пошла на Нерчинск, другая, вместе с иеромонахом Гермогеном, в Якутск. С собой Гермоген унес албазинскую икону Божией Матери. Маньчжуры, убедившись в уходе русских, оставили разрушенную крепость и ушли вниз по Амуру, в Айгунь. Этим воспользовались албазинцы, этим воспользовался нерчинский воевода. Были отправлены разведчики, которые, осмотрев крепость, сказали, что маньчжур нету. Более того, засеянный хлеб не был потравлен, не был сожжен маньчжурами. После получения этих вестей в Албазин было отправлено новое войско. Тем временем к Нерчинску подошел отряд Афанасия Бейтена. Вместе с албазинцами он был отправлен для восстановления албазинского острога под командованием Алексея Толбузина. Они прибыли к концу августа и занялись строительством крепости. Снятый урожай позволил успешно перезимовать. Второй острог, который строился под руководством Бейтена, конечно же, он изначально строился для противодействия маньчжурам, строился под руководством опытных специалистов. Это была земляная крепость с использованием современных на тот момент европейских принципов фортификации, которая позволяла противостоять огнестрельному оружию, позволяла противостоять крупнокалиберной артиллерии. Были насыпаны высокие широкие земляные валы, которые не пробивались крупнокалиберной артиллерией. Были устроены бастионы, на которые были установлены пушки. И к зиме 1686 года албазинская крепость была отстроена вновь. Узнав о восстановлении Албазина, маньчжурские войска вернулись в июле 1686 года. Началась новая осада – Албазинское сидение, которое продлилось до 1689 года. Многотысячному маньчжурскому войску противостояло 800 защитников Албазина. Маньчжуры построили вокруг острога свои собственные укрепления для того, чтобы полностью блокировать крепость. Они начали строить башни, с которых собирались обстреливать укрепления острога. Были построены деревянные башни, но албазинцам в ходе вылазок удалось их разрушить.
были насыпаны земляные укрепления. Часть из них до сих пор сохранилась на территории села Албазина, от которых постоянно маньчжуры тревожили артиллерийским огнем гарнизон Албазина. От этого огня албазинцы несли потери. В частности, практически в самом начале обороны погиб Алексей Тубузин. При осмотре местности, взлетевшим ядром в бойницу, ему была оторвана нога, после чего через несколько дней он скончался. Оборону крепости взял на себя Афанасий Бейтон. Будучи нерусским по рождению, попав в Россию, став русским по существу, он, конечно, принял православие. И в таких тяжелых обстоятельствах он не только, значит, организовал оборону, используя всю свою, весь свой опыт как военного инженера. Это исключительная его заслуга, что, значит, крепость не пала. И вел он активную оборону. То есть он не отсиживался в крепости. Существует свидетельство о 5 вылазках, совершенных защитниками Албазинской крепости. Множество штурмов продолжалось до конца 1686 года. Когда наступила зима, военные действия были прекращены. Это было связано с тем, что пришло известие о начале дипломатических переговоров между Россией и Цинским Китаем. Военные действия прекратились, но блокада продолжалась. Лишь отдельным лазутчикам удавалось покинуть город, чтобы добраться до Нерчинска и вернуться обратно. Когда вот шуга пошла, большие льды, на маленькой лодочке, там, из льды сделаны, между льдинками проплыть, вниз спуститься, потом подняться вверх, до Нерчинска дойти и сообщить, что нас все-таки окружен, помощи просит. Маньчжуры к тому времени потеряли более 1500 человек. Серьезные потери понес и албазинский гарнизон. В живых осталось 150 защитников. Из них караульную службу могли нести только 30 мужчин и 15 подростков. Остальные ослабили от тяжелых ран, болезней, цинги. Проверяя боеспособность албазинского острога, маньчжурский полководец Лантань отправил посланника с предложением предоставить защитникам лекарей. Афанасий Бейтон отказался, сообщив, что в Албазине все здоровы. В ответ на Пасху албазинцы испекли пшеничный пирог весом в пуд и отправили маньчжурам. Несмотря на эти поступки, в духе рыцарского средневековья, устроившие блокаду маньчжуры, не давали албазинцам выйти из крепости посеять хлеб или собрать травы против цинги. Казаков, пойманных в лесу за сбором хвои для отвара, убивали. О тяжелом положении гарнизона писал Афанасий Бейтон нерчинскому воеводе Ивану Власову в письме 9 сентября 1688 года. Только у нас в Албазине житие тяжело. А сам не смыслю и лежу топере на одре шестая неделя. Пить и есть нечего, снужи из бедности пропадаю. Не дайте томной и голодную смертью умереть при конце живота своего. А боли писать не могу, пропадаю. Волен Бог и ты, государь Иван Астафьевич, со мною. Человеку, не попавшему вот именно в такую ситуацию, конечно, наверное, сложно оценить вот именно сам подвиг. То есть они фактически медленно умирали, значит, но не сдавались. Сила духа, то есть они считали, что эта земля уже российская, и они не хотели отдать ее. Базинское сидение и события, связанные с этим процессом, мы фиксируем прежде всего в остатках погребений этого периода. Погребения, которые были встречены нами и изучены здесь на остроге, относятся к двум категориям. Первая категория – это индивидуальные погребения. Они совершались осажденными на тот момент, когда у них хватало физических и материальных ресурсов для проведения захоронений по православному обряду. Погребение второго этапа осады – это когда осажденные начинают стремительно терять свои физические и материальные ресурсы. У них нет возможности выкапывать могилы. Часть помещений, которые на тот момент были отстроены на остроге, осажденные начинают использовать именно в качестве временных мест погребений. На протяжении вот этих вот пятилетних раскопок нами было зафиксировано две скудельницы,
такие объекты назывались скудельницами, которые служили местом массового местилища останков усопших защитников Базинского острога. Мы сталкиваемся с большими сложностями в работе как непосредственно на раскопе самих археологов, так и в работе с находками, потому что после того, как они извлекаются из грунта, они сразу же подвергаются негативному воздействию воздуха, солнечного света, влажности. И огромное значение имеет правильные действия и скорость принятия решений в некоторых случаях, чтобы не позволить разрушиться тем вещам, которые сохранились в течение 300 столетий. Значительная часть костных останков представляла из себя просто прессованную костную труху. Невозможно было восстановить детали скелета, к которым это все относилось. Плюс из-за воздействия грунтовых вод и биохимических процессов в здешней почве кости начисто были лишены кальция, и когда мы их расчищали, они сохраняли еще какое-то время свою форму, но потом они превращались в труху, просто они начинали рассыпаться даже на воздухе. Отпевать погибших было некому. Афанасий Бейтон очень тяготился этим и писал в Нерчинск. И те умершие люди похоронены в городе в зимовье поверх земли без отпеву до твоего рассмотрения. А ныне я с казаками живу во всяком смрадном усыщении. А вовсе похоронить без твоей милости и приказу дерзнуть не хочу, чтоб, государь, в погрешении не быть». А хоте, государь, ныне и благоволишь похоронить, да некем подумать и невозможно никакими мерами. Спасибо, Ваше Фарисей, за молитву. Без Албазино, без албазинской истории не было бы Нерчинского договора, не было бы Айгунского договора. И с моей точки зрения, на самом деле, не был бы российским и весь Дальний Восток. 27 августа 1689 года в Нерчинске был подписан русско-китайский договор. Переговоры, которые вел окольничий Федор Головин, шли в тяжелейших условиях. Маньчжуры требовали передачи цинской державе территории до Байкала, а также претендовали на земли у Охотского моря. Головин отверг претензии маньчжуров на Охотское побережье. Удалось ему отстоять и забайкальские территории. Но для нормализации отношений с Цинской империей ему пришлось отказаться от Преамурья. К тому времени русские открыли вблизи Нерчинска на реке Аргунь то, что давно искали на просторах Сибири и Дальнего Востока – серебро. В 1687 году русским инженером Лаврентием Нейтгартом была проведена первая плавка нерчинского серебра. Одна из целей продвижения русских на восток была достигнута. Но ради этого пришлось пожертвовать Албазиным. Все они полегли в эту землю, большинство из них, но не сдали Албазин. Албазин был сдан из-за дипломатии, но не из-за того, что он был побежден. Именно поэтому, может быть, та кровь, которую они пролили в эту землю, те кости, которыми они легли сюда, стали основой, что Амур потом снова стал русским. Потом, через 150 лет, Россия обратно вернулась на эти берега. И несмотря на удаленность Дальнего Востока от западной части России, стоит здесь достаточно прочно и крепко. Крепость русского духа, она передается из поколения в поколение и современным дальневосточникам. И сегодня, конечно, здесь, живя на Дальнем Востоке, очень важно осознавать себя частью большой России, большой страны. В 1854 году русские войска сплавились по Амуру и вернули фактически Преамурье в состав Российской империи. Руководил сплавами генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев. В мае 1858 года Муравьев прибыл в место слияния Зеи и Амура. Отсюда Муравьев двинулся вниз по Амуру в Айгунь, где был подписан Айгуньский договор. Договор, который разграничивал территории между Россией и Китаем, по которому граница проходила по Амуру и который отменил решение Нерчинского договора.
Подвиг албазинцев – это пример абсолютного самопожертвования. Те несколько сот албазинцев, которые сидели в остроге, которые терпели лишения, они точно знали, что помощь к ним не придет. И они были одни наедине с Богом, наедине со своей совестью, наедине со своим чувством Родины и патриотизма. Казацкие соки засеяны, где клевали вороны головы манжу, где войска багдойские сечи поразвеяны, замутился кровушкой Васюшка мой. Где войска багдойские сечи поразвеяны, замутился кровушкой батюшка мой. Из-за гор Хингалинских, из-за камня белого выплыло багдойское войско велико. Далеко до Нерчинска против войска целого казаков в албазине горсточка всего. Далеко до Нерчинска против войска целого казаков в албазине горсточка всего. Силушка багдойская, силушку казацкую, долгою осадою не могла сломать. Да не шлют казаченькам помощь долгожданную, трудно-трудно казакам албазин держать. Да не шлют казаченькам помощь долгожданную, трудно-трудно казакам албазин держать.